В 2002 году тебе клятвенно обещали. В 2004 году каждый из жителей России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 году каждый житель России будет получать свою долю от использования природных богатств России. В 2006 году у каждого будет работа по профессии. К 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня своего дохода. К 2008 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной меккой в России. К 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анапа, Токио-Владивосток, Брест и другие. К 2017 году Россия будет лидером мировой политики и мира. Они не просто солгали. Они довели страну до такого состояния, что сейчас эти и любые другие обещания кажутся просто издевательствами, которым уже никто не верит. Ты действительно хочешь, чтобы они снова пришли к власти? Ты и дальше готов спокойно смотреть на то, как они грабят и уничтожают твою страну? Лично ты можешь сделать то, что легко осуществимо. Если хочешь нанести удар по жуликам и ворам, приходи на выборы. И голосуй за любую другую партию, кроме «Единой России». И помоги распространить этот ролик среди друзей, знакомых, семьи. Или хотя бы на словах попытайся донести им очевидную вещь. «Единая Россия» – партия жуликов и воров. С партией жуликов и воров у России точно нет будущего. Привет. Сегодняшнее видео для тех, кто не знал, что в Сибири идет повсеместная вырубка лесов, и для тех, кто не знал, в каких масштабах она идет. Итак, открываем Google Maps, находим озеро Байкал и передвигаемся в сторону города Братск. Видим повсеместно вот такие вот белые светлые квадратики. Это есть не что иное, как вырубка лесов. И один такой квадратик в среднем 50 гектаров. Соответственно, взамен ничего не производится, ничего не выращивается. И весь лес отправляется на юг, в Китай. Ну а дальше особо и не знаю, как это комментировать и что с этим делать. Не могу сказать, что ничего не делается. Да, были митинги, отправлялось письмо президенту, была куча подписей. Но мы все прекрасно понимаем, что без отмашки сверху ничего такого не было бы. Но если ничего с этим не делать, то наши дети застанут пустыню. И дело даже не в пустыне, а в том, что идет глобальное нарушение экосистемы. То есть леса напрямую связаны с флорой, с фауной, с водоемами и переработкой углекислого газа в кислород. Соответственно, проблема не в том, что китайцы воруют сибирский лес, а в том, что это скажется на экосистеме во всем мире. И куда смотрит мировое сообщество? Разрабатывал для школьников всей России. Лобби было мощным. Вот тогда и приезжали представители ООН, ЮНИСЕФ, и они все время гнали. Нас собирали на совещание всевозможное и говорили: запретите учителям дополнительные задания. Вы знаете, что такое советский учитель? Детки, кто не понял? Так, если с второго раза не понимает, после уроков останься. Значит, было запрещено давать бесплатные консультации. Говорилось так: это быдло должно платить, все должны платить. То есть учителя ломали как не можно только. Ему, с одной стороны, давали маленькую зарплату, и еще такие программы, которые не дают возможности учителю самому даже найти логическое содержание. Там идет просто слом мозгов, просверливают мозги, и ребеночек приходит, он еще хочет, у него еще потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, все снижается, а потом начинает реанимировать это вот его мотивацию, но в пятом-шестом классе он просто заявляет, что он не хочет учиться, в седьмом классе он начинает грубить, хамить и мстить. Вот откуда в американских школах, а теперь у нас, такая месть учителям? Они мстят за свою вот эту вот детскую боль, когда они хотят понять и не могут. В Россию пришла осень, в Россию пришла осень, не рыжая и красивая, а черная и дождливая, как-то боком
и сторонкою по дороге идет сутулясь душа русская, нищая, босая, сторонясь сильно шумных улиц. По щекам души слезы катятся, люди спят беспробудным сном, и надежды на то, что пробудятся, иссякают в душе с каждым днем. Беззащитную, нищую, босую осень черная в лужу толкает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает. А народ тайно в окна пялится, взмах руки и задвинет штору, спать спокойно в постель уляжется, пригвоздив свою душу к позору. Черные осени руки развязаны, загребущие, жадные, злые, и уносит она, и уносит все, что рыжие накопили. По щекам души слезы катятся, люди спят беспробудным сном, и надежды на то, что пробудятся, иссякают в душе с каждым днем. Беззащитную, нищую, босую осень черная в лужу толкает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает. И стоят все деревья голые, тянут вверх ослабевшие ветви, только ветер испуганно спросит, где же этой души дети. По щекам души слезы катятся, люди спят беспробудным сном, и надежды на то, что пробудятся, иссякают в душе с каждым днем. Беззащитную, нищую, босую осень черная в лужу толкает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает. Проснись, страна, открой глаза, нам врут в лицо и не краснеют, засели всюду господа, и за насчет сидят, жиреют. Нам говорят, что круто все, как боги мы живем в России. Но те, кто это говорят, народ об этом не спросили. Они твердят, что мы живем все на достойную зарплату, а в это время полстраны не может заплатить за хату. Политики дают отчет, страна финансово крепчает, и в среднем русский наш народ где-то 1040 получает. Да ты, блядь, лучше посмотри, на что живет страна большая. Пособий, пенсии, зарплат нам на продукты не хватает. В тюрягу могут посадить даже за такое стихотворение. А кто-то продал полстраны, так это нет, не преступление. А медицина вся у нас бесплатная и на высоте. Но чтобы ребенка излечить, придется скинуться стране. Гробит здоровье наш народ на двух, а то и трех работах. Взглянешь на это все порой, и жить по сути неохота. Они загнали нас в долги, кредиты, суды, ипотеки. Мы им пожизненно должны, для них мы недочеловеки. Сами дороги колесят на фешенебельных машинах, а нам с экранов говорят, тебе нужна Лада Калина. У нас по сути вся страна за гранью бедности страдает. А президент, он молодец, соседним странам помогает. Им всем плевать и на тебя, и на детей твоих голодных. Они у власти, при деньгах, живут вальяжно и свободно. И в скором времени решат, что слишком ты живешь богато. Тебе и отпуск сократят, остатки отберут зарплаты. До пенсии не дожить нам нет, как бы ты там ни старался. А доживешь — опять привет, твой трудовой стаж потерялся. А пенсионный фонд, в который твои истекались отчисления, пропал, исчез и след простыл. И нет состава преступления. Такая вот моя страна, где я живу, где я родился. Теперь я знаю, для чего стране своей я пригодился. Чтоб зарабатывать бабло для дяди с тетей, что у власти, в виде налогов и квартплат, и будет им большое счастье. А сдохнем мы, так не беда, работать будут наши дети. Мы инкубатор, не страна. Вот наша истина, прозрейте.
По щекам души слезы катятся, люди спят беспробудным сном, и надежды на то, что пробудятся, иссякают в душе с каждым днем. Беззащитную, нищую, босую осень черная в лужу долгает, душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает, душу русскую, всенародную, при народе слепом раздевает.